Друзья, всем привет! Сделал я себе столярную мастерскую, и сегодня в ней обнова. Мне не терпится поделиться ей с вами. И сейчас я вам все покажу и расскажу. Поехали! Сразу прошу прощения за беспорядок. Здесь у меня уже располагается пару деревообрабатывающих станков. Круглопильный станок, фуговально-рейсмусовый станок. И тот станок, который мне сейчас прислали, находится вот в этой коробке. Вес вот этой вот коробки вместе со станком составляет 113 килограмм. Сейчас я ее распакую. У меня уже очень чешутся руки это сделать. И покажу вам что-то внутри. Как вы могли заметить, коробка очень хорошо упакована пенопластом, чтобы при транспортировке не повредить ее содержимое. Спасибо производителю, что позаботился об этом. Сам станок поставляется практически собранный. Вот его комплектующие, которые осталось доустановить. Это опорная площадка. Сейчас я ее быстренько соберу, установлю станок, все прикручу и вам расскажу подробно, что и как работает. И мы его с вами протестируем. Я хотел заказать мобильную базу, которая поставляется отдельно, но ее в наличии не было, поэтому временно я изготовил вот такую вот доску с колесиками, чтобы передвигать его по своей столярной мастерской. Вот такой ленточно-пильный станок я приобрел себе в столярную мастерскую. Называется он JB MBS-350. Цифры 350 обозначают диаметр маховиков, что соответствует 14 дюймам. И скорость движения ленты на первой скорости составляет 380 метров в минуту, на второй 820. Весь ленточно-пильный станок имеет прочный и жесткий стальной корпус. И укомплектован уже с завода вот такими вот металлическими ножками, что очень удобно. Сразу хочу сказать, почему я выбрал именно этот станок. В первую очередь, потому что высота продольной распиловки составляет 230 мм. А максимальная ширина заготовки слева от пилы, получается отсюда и до сюда, составляет 340 мм. Также этот станок оснащен точно отшлифованным чугунным рабочим столом. Имеет направляющие сухари для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы. Также оснащен мощным асинхронным двигателем выходной мощностью 1,1 кВт. Имеет динамически сбалансированные чугунные маховики. Натяжение пильного полотна осуществляется вот этой вот рукояткой, расположенной сверху. И выбираем натяжение для нужного вам размера ленточного полотна. То есть смотрим по размеру, по вот этим вот цифрам. И уже соответственно настраиваем натяжение. Все очень легко и просто. А главное понятно для новичка. Верхняя и нижняя дверь оснащены специальными концевиками, которые при открытии двери в целях безопасности отключают питание ленточной пилы. На задней части пилы расположено устройство быстрого сброса натяжения ленточного полотна. Работает оно вот таким вот образом. То есть, когда вы не работаете, вы сбрасываете натяжение и уходите по своим делам. Это нужно для того, чтобы ваше ленточное полотно не растягивалось. Пришли, начали работу, повернули рычаг, все. Пила в боевой готовности, полотно натянуто. Станок также имеет опорный ролик с зубчатой передачей для стола с уклоном от 0 до 45 градусов. Вот как видите, шкала. Вот этот рычаг мы опускаем и вращаем под нужным нам углом, выставляя уклон рабочего стола. Что немаловажно, телескопическая защита пилы обеспечивает полную безопасность во время работы. Опускается при помощи этого штурвала и поднимается на нужную вам высоту. Сзади же фиксируется вот таким вот винтом.
Еще один немаловажный плюс в том, что эта пила оснащена вот таким вот параллельным упором профессионального типа с алюминиевым профилем. Минимальная ширина пильного полотна, которую можно установить на данный станок, составляет 3 мм, а максимальная 19 мм. Длина пильного полотна на этом станке составляет 2630 мм. Размер стола 545 на 400 мм. Размеры же станка в собранном виде составляют: высота 1810 мм, ширина 455 мм, длина 735 мм. Помимо профессионального параллельного упора, станок укомплектован вот таким вот угловым транспортиром с алюминиевой накладкой и пластиковым толкателем, очень удобным для работы. Еще производитель положил два запасных ремня в комплекте данной пилы. Это большой плюс. Еще хочу заметить, что станки такого типа не пылят и особо не требуют подключать к нему аспирацию. Ну а если же вам все равно покажется, что она пылит, сзади пилы есть патрубок для аспирации опилок диаметром 100 мм. Ну а теперь, друзья, настало время проверить его в работе. Но прежде чем начать работать на этом ленточно-пильном станке, его нужно отрегулировать. Подробная инструкция по регулировке есть на сайте производителя Harvey-Russ. Сейчас попробуем с вами заготовить кусочек шпона на этом ленточно-пильном столе. Запускаем станок. Как вы видите, вот такой вот тоненький кусочек шпона у нас получился. Ну что я могу сказать, пилит данный станок как по маслу. Вещь действительно классная. И подведя итоги сегодняшнего обзора, я хочу сказать, что ни грамма не пожалел о приобретении данного станочка. Вещь действительно классная, всем советую. Ну а на сегодня все. Добра, удачи, успехов. Пока-пока.